Минувшим вечером прогремели заключительные фанфары Славянского базара. На торжественном закрытии выступали не только знаменитые артисты Николай Расторгуев и группа Любэ, Олег Газманов, Александр Буйнов и Лайма Вайкули, но и победители песенных конкурсов Славянского базара. Каким был финальный аккорд фестиваля, в Витебске знает Наталья Кезик. Восхождение к Олимпу. Именно с красочного шествия начался гала-концерт 23-го международного фестиваля в Витебске. И сразу же награды победителям песенных конкурсов «Лира Славянского базара». На витебской сцене для артистов хороший тон. Я ждал этого момента очень много лет. Ждал, когда я приеду, когда я вернусь на свою любимую, не побоюсь этого слова, родину. Наталья Кизик и Николай Рузавин. Агентство теленовостей.